Приветствую вас на канале Техревизор. Зачем покупать отдельный пылесос, отдельную электрошвабру и потом по очереди делать уборку? Проще взять моющий пылесос и дешевле. И уборка будет вдвое быстрее. Я отобрал для рейтинга 7 лучших моющих вертикалок 2022 года. И все они собирают с пола кашу, сами промывают свой валик и могут похвастать надежной сборкой. Но отличаются друг от друга характеристиками, комплектацией и функционалом. Подробнее о каждой модели читайте в статье. Курс рубля ежедневно меняется, поэтому актуальную цену рекомендую смотреть по ссылкам, оставленным в описании и в закрепленном комментарии. А прежде чем продолжить просмотр, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. А теперь поехали! Открывает мой топ Dreamy H11 Max. Для своего пылесоса Dreamy выбрали корпус типа базука цилиндр, в который снизу вставляется бак для грязной воды, сверху для чистой, а в торце размещается большой дисплей. На него выводятся данные о заряде аккумулятора, системные сообщения и индикаторы плотности частиц в воздушном потоке. Можно определить, где валялась собака, пока вас не было дома. При этом управление производится одной рукой с помощью двух кнопок на рукояти. Одна включает мотор, вторая переключает режимы. В процессе уборки Dream H11 Max отмывает пол ворсистым валиком и сразу втягивает грязную воду, оставляя пол слегка увлажненным. В комплекте есть и дополнительный валик, пригодится, если основной валик, который вы промыли, еще не просох. А уже нужно делать новую уборку. Хранить его можно в специальной подставке рядом с напольной станцией. Из особенностей модели можно выделить автоматическую регулировку силы всасывания в зависимости от уровня загрязнения, а также функцию самоочистки валика на базе. И в целом, отличный моющий пылесос для квартир с гладким полом и умеренным загрязнением. На шестом месте Тайнека Flow One S3. На первый взгляд Тайнека кажется копией Dreamy H11 Max. У него такой же цилиндрический корпус с аналогичным расположением модулей, только пластик черный против серого у Dreamy. Управление ничем не отличается, две кнопки ложатся точно под большой палец, а кнопка самоочистки понадобится только после установки на базу. В комплекте есть дополнительный валик, ёршик для обслуживания и даже бутылка фирменного моющего средства. То насколько это важное дополнение, вы поймете, когда начнете отмывать кетчуп на кухонной плитке. Функционал Flow One S3 традиционный: подает воду, отмывает грязь и втягивает все это обратно. Но по сравнению с ближайшим аналогом от Dreamy у Тайнека есть одно веское преимущество: это Wi-Fi модуль для подключения к смартфону. В приложении можно передвигать ползунок мощности, настраивать подачу воды и включать голосовые оповещения на русском языке. Умный пылесос сообщает о выбранном режиме, смене настроек, разрядке аккумулятора и о других полезных вещах. Пятую позицию топа занимает Jimmy HW10. Оригинальный пылесос-трансформер. Одним движением руки массивный мойщик превращается в легкий ручной пылесос, которым можно почистить салон в машине привести в порядок полки в шкафу или даже вернуть любимому креслу кота человеческий вет. Для решения этих задач в коробку положили классические насадки, щелевую, два в одном и отдельную мебельную насадку с турбощеткой. Подача воды у этой модели активируется отдельной кнопкой, поэтому он может работать в режиме обычной вертикалки, собирать мусор и чистить ковры специальной щеткой, которую можно установить на место валика. В режиме мойщика Джимми HW10 не подает воду под валик, как это делают аналоги, а разбрызгивает перед раструбом. Плюс такой системы в том, что видно, насколько смочена поверхность. Минус в том, что можно ненароком намочить плинтус. Джимми такой же умный, как Тайнека Flow One S3. И сообщает об изменениях рабочего состояния голосовыми уведомлениями. Еще к плюсам Джимми можно отнести съемный аккумулятор, позволяющий эксплуатировать пылесос в больших домах. Четвертую строчку занимает Bissell 2582N. Он встречает нас классическим промышленным дизайном. С одной стороны у него обтекаемый корпус, а с другой имеются резкие линии и агрессивная выпускная решетка. Это довольно точно отражает характер пылесоса. Он работает в двух режимах – с нормальной подачей воды. Этот режим подходит для мытья гладкого пола и с минимальной подачей для чистки ковров. Ковровой щетки у Бисел нет, но ее нехватка компенсируется вкраплениями жесткой щетины на мягком валике и драконовским мотором, который втягивает из ковра пыль не хуже бабушкиной ракеты. Коробку положили второй валик, которым можно пользоваться во время просушки первого. Моющее средство и пластиковый стакан. С его помощью можно заливать воду в поддон, потому что самостоятельно бисел с этой задачей не справляется, зато сама чистка работает достаточно качественно. Бисел 2582N выглядит проще своих модных конкурентов, не разговаривает и не пытается казаться чем-то другим. Но его главный козырь остается неперебиваемым. Он действительно мощный и действительно хорошо моет пол. Тройку лидеров открывает Roborock Diet. От других пылесосов Roborock Diet можно отличить по корпусу в форме капсулы и по огромной лапе, в которой помещаются целых три валика. Длинный валик размывает грязь и забрасывает мусор в растроп а короткие убирают разводы и полируют пол. Еще одно интересное решение – подножка, как у велосипеда. Можно поставить пылесос в любом месте и спокойно ответить на телефонный звонок. Управление стандартное, но от этого не менее удобное. Большим пальцем можно запускать мотор и перебирать режимы. А после установки на базу достаточно нажать кнопку самоочистки. Роборок дает сам промоет свои валики. В комплектации нет ничего лишнего, только станция с поддоном и запасной хепофильтр. Зато есть крутой перочинный ёршик с разрезателем волос полезная вещь для распутывания волос на валиках. Roborock Diet не превосходит бисел по качеству сборки, не уступает мощности и куда лучше справляется с комплексной уборкой. Правда, при большом количестве мелкого мусора валики придется чистить вручную. На второй строчке Секота Конга Попстар 29600. Испанский мойщик Congo Popstar 29600 не пытается удивить броским дизайном. Серый корпус выглядит сдержанно, стильно и практично. На нем незаметна грязь и скопление пыли. Расположение модулей тоже нестандартное. Оба бачка устанавливаются справа и слева от штанги, что обеспечивает идеальный баланс и опускает центр тяжести. Поэтому с уборкой без усилий справится даже ребенок, тем более, что вес пылесоса не превышает 3,5 кг. Еще одна интересная конструкция съемная батарея. Можно докупить еще одну-две и не заботясь о времени наводить порядок даже в трехэтажном доме. Управление также отличается от большинства аналогов и понравится тем, кто привык контролировать процесс уборки. За подачу воды отвечает рычаг под ручкой, поэтому регулировать смачивание можно на лето. Минимум воды в спальне, максимум на кухне. Но совсем отключать воду не нужно, даже на ламинате, поскольку пылесос очень хорошо собирает жидкость. Пол остается лишь слегка увлажненным. В отличие от Roborock Diet, у Конго Popstar нет проблем с самоочисткой даже после комплексной уборки. Испанский пылесос такой же функциональный, не менее качественно отмывает грязь, но при этом дешевле. Лидером рейтинга стал Atwell F16 Pro. При разработке Atwell F16 Pro американские инженеры выбрали консервативный подход. Бак для грязной воды внизу, бак для чистой вверху над дисплеем. На него выводится выбранный режим, системное сообщение, заряд батареи и оставшееся время работы. Поэтому планировать уборку теперь максимально просто. Но если вам не хватает отведенных 30 минут, нет проблем, просто замените батарею и продолжайте пылесосить. Потому что батарея у него сменная, может заряжаться отдельно от пылесоса. Управление такое же, как у Конга Поп Подача воды регулируется рычагом под ручкой, что позволяет заезжать на ковер. Тут же переходить на пол и обратно. Хотя для ворсистых покрытий производитель положил в коробку отдельную ковровую щетку. Атвел легко убирает волосы с собачьей подстилки, вычесывает крошки и рассыпанную крупу, а в процессе влажной уборки пылесос с одинаковой легкостью отмывает следы лап или присохший кетчуп. При этом Атвел очень хорошо собирает воду, даже если приходится работать с плиткой, швы остаются сухими. Цикл работы выглядит так: вы снимаете пылесос со станции, пылесос выполняет комплексную уборку, попутно обезвреживая микробов УФ-лампой и натирает ваш ламинат до блеска. А в конце вы возвращаете пылесос на базу, нажимаете кнопку с капелькой и просто ждете, пока он промоет свой валик и мусоросборник. Идеальное сочетание цены и качества. Еще и официальная двухлетняя гарантия от производителя. На этом мой топ подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники а стоимость всех моделей можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании. И с вами была команда канала Техревизор.